За соблюдением порядка в Десногорске следят не только люди в форме. Уже не первый год в Атомграде функционирует система «Безопасный город». Начав работу в 2018 году, сегодня это уже привычный элемент безопасности. Главная задача АПК «Безопасный город» – профилактика правонарушений на улицах Десногорска. Для этого в самых многолюдных местах ведется круглосуточное видеонаблюдение. Информация с камер поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу ГУЧС, а также в местный отдел полиции. Степень развития АПК «Безопасный город» мы, конечно, здесь Десногорск выделяется в лучшую сторону, потому что ни в одном другом городе Смоленской области такого нет. Оборудование соответствует духу времени. Это современные IP-камеры с широким углом обзора. Оператор может просматривать сразу несколько изображений и быть в курсе ситуации в разных частях города. Электронный зрачок уже зарекомендовал себя как полноценный помощник правоохранителей. Показательный пример – недавняя порча имущества обновленного городского пляжа. Удалось уже найти нехороших людей, которые пытались сломать это оборудование, сломать скамейки, пытались нарушать общественный порядок на территории пляжа. В 2020 году к системе видеонаблюдения дополнительно подключены 4 городских участка. Итого почти 50 камер наружного наблюдения. Это третий этап проекта по повышению безопасности в Атомграде. На его реализацию за победу в конкурсе фонда АТР-АЭС Управление по делам ГУЧС получило от концерна «Росэнергоатом» более 2 миллионов рублей. Я считаю, что хорошо, что камеры есть, и они заставляют подумать людей, прежде чем совершать какой-нибудь девиантный поступок. Вандализм, чаще всего, который совершают подростки. Чтобы не хулиганили столбы, фонари не били, чтобы следить за всем происходящим. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.